У них есть вот эти кони. Я не знаю, могу быть. Потому что то, что он делает, это... Но у меня другой вопрос. Вот есть же уважаемые, как бы, так сказать, мною лидеры левых движений, ну, там, Сергей Удальцов, там, Павел Кургин, да, которым я с уважением отношусь, несмотря на наши разногласия политические, то есть антологические. Ну и так далее. А где эти лидеры, кстати? И как вот правильно, что ли, я не так понимаю? Или они просто делают по этому, что писать, когда я не пришли, сначала после заседания, ну, я же не еврей, потом пришли, я не столик, и когда пришли за много, не там было, да, да. Как вы думаете, это крыло, оно окончательно подомнет все остальные? И как вы думаете, полицейская страна уже построена? И как вы, опять же, думаете, более жесткие действия возможны? Ну, я, конечно же, имею в виду, например, применение оружия.